И всем привет, с вами Мистер Про, и сегодня я покажу мод Pocket Manager для Майнкрафта Pocket Edition. Да, это очередной аналог Toma Items, но все же этот мод довольно классный мод. Что ж, после утонки данного мода в нашем мире появляется кнопка в правом нижнем углу про открытие, на которой у нас открывается вот такое меню, в котором вы можете выбрать разные блоки, или изменить погоду, или изменить что-нибудь еще. Но когда вы добавляете блок, вы можете выбрать его количество, и наверху можете видеть ID этого блока, или предметы, да, то же самое было и в моде Toma Items. Что ж, если нажмете на эту мусорку, то ваш инвентарь мгновенно удалится. Если нажмете на сердечко, то восстановится сердце. Восстановление голода — это у нас создание нового спавна. Это изменение из креатива переход в выживание, из выживания в креатив. Изменение время, но время изменить не могу, потому что у меня стоит сейчас, ну, бесконечный день. Здесь можем изменить дождь. Сделать дождь, может... Так, ну как видите, у меня все стоит. Дождь я выключил, да. И как видите, мод работает. Здесь, к примеру, я не знаю, что вы можете добавить. Эта функция, к сожалению, пока не работает, но здесь также есть настройки, в которых вы можете выбрать расположение этого значка или интерфейс этого мода. То есть, каким будет интерфейс этого мода. Можно сделать большим, а можно сделать очень маленьким. Также в этом моде вы сможете посмотреть крафт разных вещей. Например, как видите, у песка крафта нет, но можете посмотреть крафт у дроппера. Но давайте изменим размер нашего значка. Вот теперь все нормально. Ну, у грибов тоже нет крафта, но вот у динамита, к примеру, крафт есть. Поэтому скачивайте мод и оценивайте его сами. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.